Приветствую вас, Юлия. Давайте разберем вопрос, который вы задаете. Вы пишете про свою раздражительность. Вы пишете, что у вас по факту появляется психосоматика, как реакция на раздражение. И вы описываете ситуацию, при которой, в общем-то, вами принимаются препараты, определенные, но эффекта особо, я так понимаю, нет. Собственно, мне показалось, что свой вопрос вы больше адресуете врачам, чем психологам. Ну, мне так показалось, судя по тому, что вы пишете. Вот, я в этом не уверен до конца, конечно же. Но мне так вот кажется. И в этом смысле ситуация не совсем ясна, потому что в разделе медицина вам в контексте препаратов могут помочь. А мы здесь занимаемся психотерапией. И вот с точки зрения как раз таки психотерапии я могу сказать, что раздражительность является реакцией, ну вот, вашей реакции на угрозу. На некоторые угрозы, присутствующие в вашей жизни. Надо бы только понять, что это, что представляет из себя угроза. Вот. Надо понять, что такое угроза. И чем это все непосредственно угрожает вам. Потому что, ну, как вы, я надеюсь, понимаете, раздражение испытываете вы, и, значит, внутри вас, что-то происходит такое, что это раздражение как бы поддерживает. Вот.
То есть, тут вот в некоторой степени все просто. Именно в некоторой степени. Отражение это всегда, повторюсь, всегда реакция на угрозу. Определенно. Нужно только лишь понять, о какой угрозе идет речь. То есть на что вы реагируете? На что вы реагируете так сильно? А причин у раздражения может быть много. То есть это может быть как история про то, что вас задевает, это может быть история про то, что вы просто не согласны с тем, что, ну, что-то происходит, вот, и так далее. То есть причин, правда, может быть очень много. И на мой взгляд, разобраться с ними, вот с этими причинами, наша непосредственная задача. Вот. Именно наша непосредственная задача. Разобраться с причинами. Вот, естественно, если вы хотите, естественно, если вам интересно, естественно, если вы готовы этим заниматься. Вот, потому что, ну, лекарство, которое вы принимаете, все-таки немножко не то, да? Лекарство это все-таки немножко не в том направлении движения. То есть вы не решаете свои проблемы, а выбиванием того же афобазола. Дальше, что можно выделить еще? Еще можно выделить факт наличия агрессии. То есть вот в вас чувствуется агрессия. Это то, что вы, возможно, не до конца отреагировали. То есть это вот то, что вы, возможно, не выразили до конца. То есть если что-то не выражается в полной мере, то человек может испытывать тягу к, ну вот, как раз к тому, чтобы физически
воздействовать. На людей. Вот. Поэтому посмотрите. Я вам рекомендую, в том числе и вот в том направлении. Направление как раз таки того, что вы себе подавляете. Ну, или пытаетесь подавить. Что по большому счету не так важно. Вот такой ответ я могу вам дать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго. Также надеюсь, что ситуация разрешится.